Привет! Ваша собачка стала оставлять шерсть по всей квартире, а линька тянется уже не первый месяц? Это все может свидетельствовать о нехватке такого важного витамина, как биотин. Он улучшает обменные процессы в организме и заметно повышает качество шерсти. Собачке такой важный витаминчик можно дать и в таблеточках. Но что делать, если собака наотрез отказывается глотать препарат? Зажимать ему челюсти, заставляя проглотить? Это настоящее издевательство. Как нельзя лучше для такого дела подойдет паста Jim Dog Beauty Paste от немецкого производителя Jim Bourne. Паста весом 50 грамм находится в удобном тюбике. Запах, конечно, специфический, но собачкам нравится. Beauty Paste – это кормовая добавка, которая полностью состоит из продуктов растительного происхождения, масел, жиров и дрожжей. И что самое главное, в ней полностью отсутствует сахар. Паста компенсирует недостаток биотина, делает кожу упругой, шерсть блестящей, а когти крепкими. Ее можно смешивать с кормом или просто позволить слезать с пальца. Это, наверное, и приятнее, ведь сближает хозяина и питомца. Следует также отметить, что по рекомендациям производителя 1 сантиметр пасты рассчитан на 1 килограмм питомца. Вес всего тюбика 50 грамм, соответственно, на 100 килограмм. Хорошо, если ваша собачка маленькая, а вот немецкой овчарке такого тюбика хватит на один день. Не очень-то выгодно. А какие витамины вы даете вашему любимцу? Пишите в комментариях. Встретимся в следующих обзорах. Пока!